Помните, какой был ажиотаж по поводу введения электронной валюты, биткоина, многими странами и так далее. А сейчас до сих пор вот эта вот фигня разгорается. Я никак не могу понять, как можно выкладывать сумасшедшие деньги по 15-20 тысяч долларов за несуществующую монетку. Ну, людям просто нечего делать. Так вот, Молдавия, когда вводили биткоин, когда он пошел наверх, молдавское правительство решило не отстать от такого модного веяния, и даже там в Министерстве финансов, я уже не помню кто, выступили с предложением ввести молдавскую электронную валюту. Для тех, кто не в курсе, молдавские деньги называются следующим образом. Леу – это лейчик, ну, типа рублик, а один бан, не тот бан, куда кого-то отправляют, а бан – это копеечка, вернее, копейка. А если как бы уменьшительно-ласкательно, как у нас говорили, копейка, копеечка, то копеечка – это будет бануться, так говорят в Молдавии. Так вот, когда возникла вот эта вот дискуссия среди Министерства финансов и правительства по поводу того, как ввести электронную валюту, как она будет называться, мои ребята знакомые, у них своя собственная передача есть на телевидении, на канале СТС, они кинули клич: ребята, подскажите название, может быть, будут какие-то идеи. И я со своими 3 копейками тоже всунулся и говорю: почему бы нет, ребята? Если есть биткоин, то молдавская электронная валюта может тоже называться E.BAN. Ну, а уменьшительно-ласкательно — ебануться. После этого, когда они в Министерство финансов отправили такое вот предложение, прошло буквально пара недель, молдавское правительство отказалось от проекта введения молдавской электронной валюты. Ну, кому же хочется, блядь, работать за одну ебануться, блядь?